Джумблер.ру – магазин одежды для подписчиков канала. Добро пожаловать! Всем привет, дорогие подписчики! Продолжаем рубрику «Игр против одного ММР». И сегодня у нас Phantom Lancer. Я вот подумал, может быть, начать собрать что-то нестандартное на Phantom Lancer. Есть такая у меня идея. Ой-ой-ой-ой, куда я пошел, боже мой. Что-то это, забирайте, ребят. Просто так 100 хп отдал, даже больше. Вообще бесплатно. Нафиг я это сделал? Там трипла будет стоять, вообще зашибись. Походу я так и не смогу пофармить. А это плохо. Это плохо. Но есть варлок. А что он качает? А, он первый скилл качнул. Варлок, тебе нужен макс второй скилл. Что он делает? Ну блин, это же один... Ну, понятно, короче, мне будет мешать фармить по-любому. По-любому будет мешать. Не мешай фармить, пожалуйста. Понятно, короче, тупо АФК. Люблю я это. Тупо АФК фармить, стоять, найс. Ах ты, зараза. Да, печаль. Пацан пошел пешком до базы. Ты что, охренел, что ли? Можешь неприятно стоять здесь, а? Дело в том, что герои такие неприятные. Постоянно приходится уворачиваться от этого противного скилла. Нужно базилку приобрести. Как это сделать, я не знаю, потому что они постоянно линию кушают. Ну, тут тупо АФК тип стоит. Ребят, один ММР, привет. Можете мешать фармить? Я еще что-то не так делаю, офигеть. Понятно. Смотри гайды. Тебе помогут. Раз уж ты не знаешь, как тебе качаться. Чё такое, фантомка? Что-то с наглостью произошло. Так, там демона я видел. А, у меня куру забрали, да? Только сейчас заметил. Подожди, а я же могу убить. Все, отстань. Так, кура идет сюда, поэтому как бы ее сейчас не слить. Там сейчас, кстати, и руна появится. Реген. Где реген? Нет, это не реген. Ладно, у меня, в принципе, фласка есть еще. Стоять могу пока что. Надо стики купить. Там уже заряды. Нереально круто будет лететь. Там фантомка дагер постоянно кидает.
И Shadow Demon постоянно спамит. Тут стики вообще просто must have heavy metal. Давайте вот так сделаем. Все, можно стоять. Давайте, заряжайте меня стики. Можно сбить тебя? Спасибо. О, первый зарядик пошел. Второй. Пять зарядов сходу. К сожалению, я ничего не могу сделать. Вот, я сейчас отъеду. Меня ж никто не засейвит. Где мой варлок? Непонятно. Походу ходит, экспу ищет. Он фармистый. Давайте посмотрим, как фармит варлок на 1 ММР. А чё? Фарми варлок, у тебя получится, давай. Нормально, тебе хватит хп, не ссы. Бей. Хорош, да, правильно. Давай. Сейчас зафармишь, осталось чуть-чуть. Ля-ля-ля-ля-ля, я не могу. Это ржака. Не, все когда-то плохо играли, конечно. Но можно же посмотреть гайд, правильно? И типа у тебя не будет вопросов, что тебе нужно делать. Ты будешь знать, что тебе нужно делать. По-моему, все просто. А стики можно зарядить мне, фантомка? Спасибо. Первый зарядик. Опс. Что-то у тебя не пошло. Так, у нас есть перчаточка. Браслетик. Сейчас мы еще и перчаточку приобретем. Спасибо, дорогая. Но это явно не один ММР фантомка. Как бы. Хотя, может быть, это просто человек, который смотрит гайды, почему нет. Брысь. Привет. Так, оприходовали мы парня. Это хорошо. Тут знаете, что в этой партии, короче, мне нравится? Тут у них все тонкие, безумно тонкие. И я думаю, может быть, ради купить. Было бы неплохо. О, заряды пришли. Ну, для начала я, наверное, возьму Владимир. Ну, как бы, чтобы я мог нормально фармить. Чтобы мне не нужно было ходить на базу. Такие артефакты чисто на начальный уровень игры. Ого. Фига себе, вы жесткие. Ну, скорость атаки у меня уже такая приятная. Так, хорош, парень. Можно забайтить. А, я умираю. Так, еще один зарядик приехал. Фак! Да выделывался.
Та-ра-тан, та-тан, та-ра-ра-тан, та-тан. Такую музычку сюда можно поставить. Пацаны кофе пьют, стоят в лавке. Офигеть. Я не могу. А ты долго на миде будешь стоять, Пуш? Десятая минута, Пуш на миду стоит до сих пор. О, чувак, да ты ж приплыть можешь. Ты ж понимаешь, да? Понимаешь. Ты что, серьезно? Ты куда? Ребят, спасибо, это хороший буст был. Я уже жалею, если честно, то, что я медас не купил. Уж поверил в себя. Вот, чего мне не хватает. Вот лайфстила мне жутко не хватало. Давай, дагер мне в меня кинуть надо. В меня. Не, не хочешь? Странно. Смока прожали. Беспалевные смока. Ой, ребята, да что ж вы творите со мной? Я не могу, я сейчас умру. Блин, стики случайно прожал. Странно, почему они прожались? Я вроде... Ну ладно. Тик. Раз. Два. Трис. Почему я нажимаю... Подождите, почему у меня стики прожимаются? Что за бред? Ого, Пуш, ты бессмертный, вообще, я тебе говорю. О, так сейчас мы и эту подругу примем. Так, а чего мы такого нестандартного соберем? Мы ж типа это... Должны что-то такое собрать интересное. Иначе ж... Какой смысл тогда в этом, во всем? Что бы такого приобрести, а? Ну, Владимир по-любому нужен, как бы. Ну, это для начала мне, чтобы хоть как-то драться можно было. О, привет. Вижу настоящего. Вижу настоящего! Так, все, давайте лети ко мне. Что бы такого надо собирать, а? Я знаю, что я буду собирать. Да, я знаю, что я буду собирать. Я точно знаю, что я буду собирать. Ребята, у меня вообще идея есть. Жесточенная. А, слушайте, а что это за залипание у меня такое интересное? Ладно, придется мышкой выделять. Что, больной что ли, друг? Не путаешь ничего? О! Пассажиры приехали. Ты думаешь, я не могу кинуть в тебя ничего?
Так, давай Шуру отсюда. Ты что, больной? Тише, успокойся. Что там с ракалами? Дай ракалы. Как много вас здесь. О, Тревела, привет. А вот она, моя цель. Вот она, моя цель. О, снайпер, привет. Ляпс. Надурили дурака. Так, мне еще фармить и фармить еще долго-долго и нудно фармить. Но, с другой стороны, я могу быстро нафармить на киллах. С одной стороны. Еще я могу засплитпушить, как вариант. Но я уже не купил травела, к сожалению. Да, я пойду, наверное, засплечу. Пойду мид толкну, потом нижнюю линию толкну. Две вышки, если я забираю, то я, в принципе, очень быстро приближаюсь к моему первому ультимейт орбу. О, фраги, фраги, ребята. Блин, господи, эта вышка больная какая-то. А, это пуш, боже мой. Что так пугать-то? О, чувак. Боюсь, ты умрешь. Он стаполь. Давай, лансер, покажи, на что ты способен. Так куда ж вы пошли-то? Господи, не могу, даже мне рейнджи не хватает. Чё там, пуш? О, у меня есть первый ультимейт орб. Отлично. Это ведь хорошо. Куда ж ты собираешься-то? Куда ты, друг мой? Ты ж только пришел. Ты же только пришел. Куда ты уходишь? Придется стики продать. Хотя это плохая идея, но... Блин. Что-то ж надо продать. Ой, сука, денег снизу. Я так тавры не забрал. Но придется отпушивать по-любому, иначе он здесь тавр упадет. Сколько здесь рейндж крипов, офигеть. Блин, а на самом деле я думал, я дольше буду фармить, а оказалось, что довольно быстро ко мне приближается. Давайте на интеллект оставим тапочек, чтобы у нас мана побыстрее регенилась. Так, 3,5 реген, на ловкости 3,2. Незначительно, но все-таки быстрее. Как ни крути. Так, все, пассивка вкачана. Они что, решили пушить, что ли? Они не больные? Ну, я думаю, моя команда сама справится. Ну, вроде как лидируем. Блин, я думал, не попадет. Не хотел ману тратить на второй скилл. Ну ладно, на меня все равно здесь никто не атакует. Типа, мне пофигу вообще. Не, ну, вышка явно больная, отвечаю. Ух ты, боже мой.
Вам нечем сбить меня. ТП, извините, конечно. Ну реально нечем. Так, у меня есть второй ультимейт орб. Мне Квилла уже не нужна. У нас тут посерьезнее артефакт намечается. Блин, это жесть. Вот этот не уйдет от меня. Не уйдет, не уйдет, не уйдет. От меня сейчас вообще никто не уйдет. Реально, скади здесь вообще жестко. Подождите, мы сейчас еще и подеремся хорошо. И вообще рейд-кликом купим это скади. Дазл, ты немного криво кинул. Ну, сори, чувак. Ты не уйдешь от меня. Как ни крути. А, вот он настоящий. Хорош. Ой-ой-ой-ой, тише, 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 живи, живи, живи. Опс, мы еще и ультимейт орб прихватили за собой. Что, неужели снайпер ливнул? Не может быть. Че, серьезно? Нет, пожалуйста, не ливай. Ты не должен. Ты не можешь так поступить со мной, снайпер. Не делай этого. Моя команда прессинговать начинает. Эти типы занервничали. Дайте осуществить задуманное. Фантомка, беги сверху. Там пудж. Беги в сторону Роши, иначе ты труп. Пуш еще из ДД. Нет, какой соберемся? Я только скайди собираю. Нет, 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 подождите, еще рано собираться вместе. У меня такой тип аурный получается. Владимир, скайди. Жесткий типок. Сейчас шиф еще 10 купить. Как же дорого скайди стоит, да? Почти 6 косарей, офигеть. Но зато какой буст. Плюс 25 ко всем атрибутам. Ко всем. Замедление передвижения 35%. Жестко. Хороший айтем. Очень хороший. Так, у меня есть первая скади. Чё там, фантомка сдохла? Доминин! О, фантомка, фантомка! Смотрите, что творит. Бабки зарабатывает пацан. Молодец. Лансер занят очень важной миссией, ребят. Сори, конечно, но есть миссия. Надо выполнять. У-у-у, фантомка всех рушит. Хорош. Хорош, фантомка, давай всех развали. Развали всех там. Так, сладенькая моя приехала.
О, подарок летит. Ты куда ж ты летишь, дурень? Good leg. О, пассажир, привет. Что там, за фантомку, говорят, денег много дадут? Дай мне ее, дай мне ее. Она моя должна быть. Спасибо. Спасибо. Снайпер, снайпер, вот ты, негодяй. Так, ну вышечку забрали, это хорошо. Экс. Ох, пусть умирают. Надо, чтобы умирали. Надо, чтобы моя команда сдохла. Таков план, ребят. Команда должна сдохнуть. Как ни крути. О, у меня есть еще один норб. Отлично. Не-не-не, сори, конечно. О, есть фраг. Как бы не умереть только. И ТП-аут отсюда надо делать, потому что за мной сейчас придут. А самому нужно идти куда-нибудь в другое место. Но у нас все линии отпушены, поэтому, наверное, нужно лес немножко качнуть, чтобы у нас все было готово. Аппарат злой. У аппарата бомбит. Все, снайпер ливнул. И получается, сейчас и у них еще будет жесткий буст на деньги. И по идее, по сути, фантомка сейчас должна очень жестко разваливать. Как же много иллюзий. Ты не боишься, демон? Реально, ты больной? О, замес. Что-то ты не успел, братан. Самое главное, знаете, что сделать в замесе? Вырубить саппортов, все верно. Это самое важное. Ведь без саппортов что они могут сделать? Ничего. Правильно. Без саппортов они ничего не могут. У них, по сути, сейчас осталась одна фантомка, которая вносит урон, да? Очень много урона. Сейчас все зависит от того, что за артефакты она накупит. Но сейчас нужно, чтобы моя команда посливалась немножко. Нужно, чтобы сейчас фантомка поубивала всех. Вот тогда будет интересней. Чтоб не в одну калитку все ушло. Чтоб было противостояние. Все-таки фантомка с артефактами, я думаю, все знают, на что способна.
Поэтому, если она сейчас все-таки себе что-то вынесет стоящее, я бы их на их месте не шел бы вперед, я бы на их месте пытался бы выцепливать кого-нибудь из наших. Ну, то есть смока там прожали, пошли, кого-то цепанули, убили, ушли. Они вот так должны делать. Ну, то есть это самый правильный вариант. Но все равно я из замеса намного больше денег вношу, чем я фармлю. О, блин, ребят. Ну, сейчас не фантомку надо бить, кстати. Фантомку сейчас вообще трогать не надо. Все, они ничего не могут сделать с этим фантомом. Просто вообще абсолютно. Вот он, тот, у кого бомбит на меня. О, дурень, а ты чё не ушел-то? Дурак, тебе надо было уходить. Эх, ребята, ребята, сейчас все поливают. Ну что за фигня? Так. Чё у нас тут? Опс, стоять. Так, берем. Опс. Я не хотел с ними драться, блин, они сами пришли. Ну серьезно, я не хотел этого делать. Я хотел, чтобы фантомка всех поубивала. Неужели так сложно? Снайпером там кто-то контролит. Ну, мне Рошан не нужен, в принципе. Единственное, что просто за деньги за него взять, за убийство. Ну, в принципе, можно. Почему нет? Лайфстил у меня, в принципе, есть. О, я, в принципе, регенериться успеваю. И вот если баши только не проходят, то я успеваю регенериться. Как же долго я его бью? А все потому, что у меня урона нет. Ну, типа, у меня много статов. Я очень жирный. Но урона у меня мало. У меня 230 руки всего лишь. Зачем? Ну, у меня Игис не нужен, пусть забирает. Ну, зачем она сюда идет? Вот зачем она пришла сюда? Просто пришла слиться. Сейчас некролица стилит. О, вот этого убить. Ну и вот этого можно убить. Так, ТПшечку продать, купить эту штучку. Просто минус два. Бом-бом. Сейчас и этот ливнет. Ладно, пойдем за третьим скади. Ох ты мой третий скади. Клинк. Захуп на победку.
100 ловкости, 4к хп. Чуть-чуть аппарат неудачно дал. А урона-то все равно мало. Ой, боже, что они там все скиллы тратят? О! Стой, не уходи! А это кто такой? С иллюзиями пошли биться. Все, бомбануло у всех, все ливнули, всем спасибо. Ставьте лайки, ребят, и пишите в комментариях предложение, какого героя вы бы хотели, и чтобы на него такого необычного бы собрать. Голосуйте в комментариях, я буду выбирать самые интересные варианты, в принципе, и снимать. Так что, поехали.